Після виданого минулої осені роману Максима Кабіра «Скелет» незабаром світ побачить ще одна його книга «Примари». Автор представив кілька оповідань зі збірки студентам гірничого коледжу. Там рассказы где-то за 5 лет собраны и одна достаточно крупная повесть. Это триллеры, мистика, ужасы, такая развлекательная литература. Но сегодня развлекательная литература снова становится качественной. Благодаря таким книгам, как «Гарри Поттер», «Джордж Мартин фэнтези», там «Стивен Кинг». То есть некоторое время это казалось совсем ширпотребом, но сегодня это снова очень высокий качественный уровень. Мне не интересно писать что-то очень серьезное. Мне интересно просто развлечь читателя, но сделать это максимально качественно. Ця молодіжна аудиторія складалась з тих, хто вже спілкувався з Максимом Кабіром і читав його твори, і тих, хто вперше зустрівся з ним. Молодь активно цікавилась усім, що наповнює життя автора. Я хочу спросить, что он может посоветовать теперешней молодежи, ну, к чему стремиться, что для него важно в этой жизни, почему не выпускает именно здесь, не разглашает это все. Я понимаю, что у него книги какие-то продаются, но их очень мало. Хотелось бы, чтобы он был более распространен по Украине. Було чимало запитань про цензуру, музу і творчі плани. Був час і для поезії, за якою криворізький читач колись дізнався про талановитого сучасного літератора. На думку викладачів коледжу, таке живе спілкування з молоддю є кращою мотивацією до самоосвіти. А творчість автора об'єднує аудиторію в особливе емоційне середовище. Проникає в саме серце, вона вдохновляє, поражає, викликає у студентів стремління мислити. Задумываться. Во многом его стихи и произведения связаны с нашей жизнью. Он с ними на одной волне и может своим опытом и словом, и поэзией показать им, насколько важно быть неравнодушными. Современное творчество, особенно в Кривом Роге, влияет на мнение каждого живущего здесь. И в первую очередь оно отталкивается от всех нынешних проблем. Нужно задуматься о дальнейшей судьбе і можливість їх реалізації себе як чоловіка і личності. Тетяна Васильєва, Олег Каплій. Цей день.